Всем привет! С вами Веломода. Сегодня мы показываем новый свет HQPC Flasher High Power LED. Мощность 1 Вт. Видим, фонарь очень симпатичный. Серебристая крышечка. Черный корпус. Надпись HQPC. Кнопочка. 4 режима работы. Также отмечу крепление, которое крепится без инструмента. Это очень удобно. Обращаю ваше внимание на то, что фонарь комплектуется 3 батарейками формата 3А Mitsubishi. Вы можете, конечно же, их заменить на аккумуляторные. Это уже, как говорится, зависит от вас. Фонарь очень маленький, компактный, легкий. Видим, что он всего лишь там 9,5 см в длину. В ширину, соответственно, там 3 см. Также стоит отметить вес этого фонаря, потому что он действительно очень впечатляет. Весит он всего ничего. Каких-то 20, даже меньше мы видим, не 20 грамм, а 8 грамм. С креплением. Сейчас мы попробуем взвесить его вместе с креплением. И батареями, наверное. Видим, что крепление весит, наверное, больше, чем сам фонарь. 42 грамма вместе с фонарем. Все это счастье весит. Ну да, в общем-то, не это самое главное его отличие, а самое главное — это его мощность, потому что он действительно мощный. Открывается он с помощью давления на корпус, верхнюю крышку, вперед. Снимается. Сюда вставляются 3 батарейки. Одна вниз и 2 вверх. Смотрим, чтобы было плюс-минус. Соблюдаем полярность. Вставляем батарейки. Дальше закрывается крышка. Таким же образом, только теперь закрывается она в обратную сторону. До щелчка. Закрывается очень хорошо, четко, надежно фиксируется. Попробуем включить. Видим, что светит действительно очень ярко. Ассистент. Даже при включенном свете он показывает очень хороший луч. 2 режима яркости, 1 мигание, ну и, собственно говоря, выключено. Сейчас мы продемонстрируем, как крепится непосредственно крепление. Доводится до щелчка, закрывается. И вот такой вот резинкой специально оно крепится. То есть вы берете, вот так вот надеваете эту резинку сюда. И без помощи каких-либо инструментов просто берете, вот так крепите его. Вот и все. Фонарь готов к использованию. Очень хорошая вещь. Мы рекомендуем. Приобретайте в магазине Веломода только фирменные вещи. Всем спасибо.